В данном видео мы расскажем, как создать АДВ-кошелек, пройти верификацию и как здесь проводить операции пополнения и вывода средства. Advanced Cash – это очень популярная электронная платежная система, которая не так давно сменила дизайн и стала еще привлекательнее. В партнерах имеются другие платежные системы, такие как Visa, MasterCard, Kiwi, Яндекс.Money и даже криптовалютная биржа Binance. Имеется возможность работать с большим количеством валютных счетов, включая доллары, евро, рубли, гривны и даже казахские тенге. Конечно же, вы можете работать с криптовалютой, используя платформу Advanced Cash. В общем-то, плюсов у этой платежки достаточно много. Давайте же перейдем к созданию аккаунта, и я обо всем по порядку расскажу. По кнопке «Регистрация» нас отправляет на форму создания учетной записи. Здесь вводим свои контактные данные на английском языке. Вводим почту и придумываем пароль. Также проходим легкую капчу. Жмем кнопку «Зарегистрироваться». Advanced Cash уже сигнализирует нам, что нужно пройти верификацию. И мы с этим полностью согласны. Перед нами имеется 5 основных разделов. Пополнение счета, обмен валюты, перевод средств, покупка и продажа криптовалюты. Но первым делом мы рекомендуем пройти верификацию кошелька. Эта процедура достаточно простая и много времени не займет. Таким образом, вы повысите свои лимиты, а также сделаете работу с платформой более персонализированной и безопасной. Жмем кнопку «Пройти верификацию». Что же нам нужно сделать? Для начала нужно сфотографировать паспорт и загрузить эти копии на сайт. Сфотографировать можно просто с мобильного телефона. Здесь указываем свои паспортные данные и тип загружаемого документа. Кстати, водительское удостоверение также подойдет. Также загружаем второе фото документа. Также нужно отправить документ, который подтверждает вашу реальную информацию о проживании. Счет за коммунальные услуги и выписка с банка также может подойти. Нажимаем «Отправить». Последним пунктом является верификация вашего мобильного телефона. Здесь вводим номер, вам приходит SMS, данные с которого нужно ввести на сайте. Время проверки документов составляет около нескольких часов. В любом случае мы рекомендуем пройти данную процедуру. Итак, раздел «Пополнение счета». Пополнить счет вы можете с любой страны, используя любую удобную для вас валюту. Комиссии здесь разные. К примеру, при пополнении через Яндекс.Деньги комиссия составит 4%. Чтобы пополнить кошелек, вводим сумму, выбираем конкретный валютный кошелек, также указываем страну. После просто выбираем удобную для вас платежную систему и нажимаем кнопку «Пополнить». Дальше все стандартно, просто проводим операцию пополнения. Но вот используя обменный сервис BestChange, вы можете сэкономить и не платить такие комиссии. Об этой платформе мы уже не один раз рассказывали. В описании под этим видео вы сможете найти ссылку на видеоролик, где мы подробно обсуждаем работу мониторинга обменников BestChange. Сам же Advanced Cash предоставляет услуги пополнения баланса посредством банковских карт, банковских переводов, электронных денег и даже наличных. С левой стороны вы можете видеть адреса ваших валютных кошельков. Конечно же, они котируются внутри системы Advanced Cash. Это обычные адреса, то есть ваши реквизиты, которые вы можете использовать для пополнения баланса или просто делиться с друзьями. Также вместо таких адресов вы можете использовать адрес электронной почты, которая привязана к вашему аккаунту. Раздел «Обмен валюты». Здесь останавливаться особо не будем. Да, вы, конечно же, можете покупать валюту, просто используя внутренний обменник в кошельке.
«Перевод средства». Конкретно с этого раздела вы можете переводить деньги с баланса кошелька на другие платежные сервисы или внутренние реквизиты. Стоит отметить, что какая-либо комиссия внутри кошелька попросту отсутствует. То есть, отправляя деньги на другой кошелек Advanced Cash, вы заплатите 0% комиссии. Чего, кстати, нельзя сказать про банковские переводы. Здесь комиссии существенные. В очередной раз рекомендуем использовать мониторинг обменников BestChange. Но в то же время на сайте ADV Cash вы можете наблюдать вкладку «Обменники». Это верифицированные и независимые обменные пункты, которые также помогут вам сэкономить и платить более низкую комиссию. Разделы «Покупка и продажа криптовалют» относительно новые. Совсем недавно ADV Cash стала партнером большой криптовалютной биржи Binance. С помощью данных разделов вы сможете торговать 8 разными криптовалютными единицами по курсу вышеупомянутой биржи. Также, если у вас уже имеется аккаунт на бирже Binance, вы можете синхронизировать его с аккаунтом Advanced Cash. Кстати, о том, как работать с Binance, мы записывали отдельный ролик, ссылку на который вы сможете найти в описании под этим видео. Для новичков в крипте, да и в принципе для быстрой покупки криптовалюты, очень удобно использовать функции Advanced Cash. На платформе нету никакой биржи и нету специального кошелька для биткоина, но используя свою кредитную карту и свой адрес кошелька для монеты, вы с легкостью сможете купить криптовалюту, которая отправится на ваш криптокошелек, указанный при операции. По факту, купить криптовалюту за фиатные деньги вы можете за считанные секунды. Также о чем стоит рассказать, у Advanced Cash имеется своя партнерская программа, что определенно не может не радовать. Вы получите 20% от комиссии с транзакций ваших партнеров, а также получите проценты от заказанных пластиковых карт. Кстати, о картах, это также достаточно классное предложение. По факту вы платите один раз за покупку карты, а после пользуетесь ей совершенно бесплатно за обслуживание. Комиссии здесь не сказать, что большие, но для офшорных счетов очень даже отличные условия.